Друзья. Ух ты, Данька! Ну что, ребят, всем привет! Мы в Турции. Всем приятного просмотра. Полетели. Так, вот, в общем, вы приехали, Даня уже разбирает свой чемодан, с которым он носился всю дорогу, всю поездку. Он купил себе такой вот маленький чемодан, собрал свои вещи и сам в аэропорту, там, везде со своим чемоданом. И даже сейчас он приехал, даже сейчас он разбирает свой чемодан и сказал, нет, только я. Потому что почему? Потому что мужики шо? Шо? Мужики шо? Мужики шо? Ну? Ну? Чемоданы носят? Чего сами снимаешь? Разобрал свой чемодан? Да, он уже кашу. Все, теперь, может, пойдем по территории, расскажешь экскурсию. Да, давай, одевай свои шорты, свою кепку и погнали. Итак, друзья, всем еще раз привет. Я проспался. Мы прилетели рано утром. Я еще даже толком не видел наши апартаменты. Вместе с вами сейчас пойдем смотреть. Мы в Турции. Короче, по номеру я ничего тут рассказывать не буду. Я так куда-то устал от этих уже. Первый раз приезжаешь, там еще, да, рум тут, там показываешь номер. Все, оно одинаковое. Уже третий, четвертый раз уже не так. С каждым разом ты уже менее обращаешь внимание на какие-то такие простые вещи. Больше отдаешься отдыху. Ну, красиво. По-турецки, знаете, так. Египет немного по-другому, вот даже сразу определяешь как-то, это Египет, это Турция. Пойдем сейчас, у нас на этой территории есть эти, как их, американские горочки, ой, эти, аквапарк, вот. Ну, я, наверное, не сегодня буду, сейчас пройдемся по отелю, посмотрим, что как. У нас, кстати, вообще отель не заселен практически, народу пойдем мало. Пойдем посмотришь на Дани. Ну, пойдем на Дани посмотрим. Только не заходи. Ты что, нагулялся? Да. Да, ты будешь спать сейчас сам? Почему там сказать? Все ждут, а у Дани отдельная кровать. Ого, повзрослел. Ну, спи. Спокойной ночи. Достаточно пустой у нас этот. О, кстати, Петя мне скидывал. Он не тут отдыхал случайно. Он скидывал фоточку, где он в теннис рубился. Да, тут можно, кстати, в теннис играть. Да это тебе такое кардио, я тебе говорю. Ах, так классно. Температура около 30. Говорят, что 35 будет. Ну, сейчас, наверное, меньше. Аквапарк. Бассейн. Кустики. Наш отель. Урна. Релакс-зон. Три урны. Рухтики. О, целую дыню, пол дыни. Давай вот здесь сядем. Арбуз. Давай. Пальма. Кот. Кс. На рыбалку нельзя. Холдик на пляже. Море.
очень зелено. О, я вас ищу, вы что-то спрятались. Погнали дальше. Давайте договоримся с вами, больше убегать не будете, окей? Банка. Холдик за гарака. Я в бассейне. No alcohol, drink. Арбузик кушаешь? Еда. Салаты, овощи. Фрукты. Закусочки. Набрал. Рыба. Это какая рыба? Рыбная, походу. Ту. А что, тебе солнышко светит? Да. Сильно? Да. В общем, я вам все почти показал. Аквапарк еще не показывал вам. Ну вот, аквапарк. Кстати, немало горочек. Сильнее. Завтра, значит, покатаемся. Мужики катались, так орали. Никого нету, посмотрите, просто. Просто тишина. Все. Ни души нету. Должна быть вечеринка, пенная, дискотека, пьяные приезжие. Никого. Ну ладно, сейчас организуем пьяных приезжих. Пьяных приезжих организовать не вопрос. Ты чё? Нет! Никто не поверит! Даня, не надо! Не надо. Зачем мы завтра на море? Мы не мокрые, блин! Зачем ты это сделал? Надо было колонку брать свою и включать тут свою музыку. Потому что они что-то сообразить не могут уже тут полдня. Не, что-то он пытается намутить. Сцену тут развернули. Слушай, нас походу обманули, все закрыто. Мы заплатили за этот отель, так же, как и в Дубаях, за апартаменты. Только, ну, я пока не понимаю, за что мы такие деньги заплатили. Так тускло. Что-то должно быть, да? Пока я не вижу, такое ощущение, что тут для престарелых все. Где музыка? Где пенная вечеринка? Где купальники? Летящие вот так вот. Чух, я тебе покажу, там видео было, что тут такое есть. Ну, какие вечеринки там такое. А оказалось. Ты шо? Да! О! Дискотеку привезли. Может, забираешь людей на дискотеку? Сам сюда? Стандартное положение. Что это ты заказал? Расскажи. Мороженое? Молочное. А ну попробуй, какое оно. Трубочки вот так пей, трубочку тяни. Нет, да. Вот пей трубочку. Нет? Пей. Ну ладно, так, есть, так трубочки, удобно. Так вкуснее будет, честно.
Вау! Привет. Привет. Как дела? Привет. Привет. А у нас один. Что? Тут нет экранчика. Кто такие роботы? А? Кто такие роботы? Это ты чё? Можно мне взять? На, бери. Отдай мне. Отдай ему, дай ему мой. Держи. Да-да-да, снегу. Даня возле бара сейчас находится. Не наливают? Дань, не наливают на баре? Я, короче, Даню ищу. А Даня на баре. Ты уже на баре, да? Я хочу тут и пенёс. Кого тебе принести? Шоколаду. Пирожное. Пирожное хочешь? Пирожное, да. Хорошо. Какое ты хочешь пирожное? Шоколадом? Не, я хочу кумиком. С клубникой хочешь? Ну, вот видишь, покажу кумик. Это алкоголь, это же нет. Ну, с клубникой, да, ты хочешь? Да. Ну, я пошел. Да? Пока. Thank you. С клубникой, так с клубникой. С клубникой? Так, с клубникой. Лас, а ты плакал. Смотри, что тебе папа сказал. А ну, пробуй. Пробуй, давай. Бери вилочку. Дань, бери вилочку. Давай, вилочку так накалывай. Как ты будешь есть? Ты чисто клубнику и все? Да. Не, пироженки надо кушать. Ну да. Давай, последний шанс. Не, вот, бери. Он еще есть клубничка. Не могу я это встать. Давай, помогу. Я же это встать. Надо накалывать. А? Вкусно? В общем, что получается? Получается, Данька пошел к дедушке и бабушке спать. А у нас день закончился на сегодня. Мы взяли колы, напитков. Айс дринк. Сейчас немножко выпьем. Народу вообще нет в отеле. Вообще пустота. Сплошная пустота. И сплошная тишина. Очень жаль, конечно. Мы специально выбирали отель подвижовый, подороже. Но что-то как-то прогадали. Турция в этот раз немножко подвела. Ну ладно, ничего страшного, у нас еще 6 дней впереди, мы еще зажжем, еще надо выкручиваться. Короче, все, краткую экскурсию я сегодня показал, присаживаемся поудобней и встретимся уже в следующих сериях. Влоги каждые 3 дня, не пропускайте, всех с праздником, 1 марта, пока.